Я дизайнер интерьеров. Ну, вообще, рынок дизайна сейчас очень развит, но много псевдодизайнеров, особенно которые включают проекты несуществующие мебель. Не, ну правда, рисуют, а потом заказчики даже в студию приходят и спрашивают: а вот такой у меня пуф тут нарисован, где его взять? Можете ли сделать? Ну да, потом они идут к нам на производство, мы им Да. говорим, что... И уже по картинке. То есть Да. дизайнеры что делают? Проект красивый, да? Наверное, грамотные чертежи, красивая картинка. Берут просто с 3D-шки диваны, кровати, вставляют, отдают. Если авторского нет, потом заказчик бегает и пытается найти. Что такое 3D-шка? Ну, это Простыми словами. объемная модель, да, то есть это реалистичное изображение, когда мы получаем. А откуда там берутся модели эти? Делают визуализаторы и туда закидывают модели. То есть это может быть какой-то, либо брендовый какой-то диван, да, либо просто диван, который понравился заказчику, и он просто вставляет его в проект, но, по сути, нет магазина, куда ты можешь прийти и его купить. И, соответственно, все потом делается под заказ.